на скамейке второй день, ну и решил наш московский дядька подойти и спросить: а что, дружище, как-то не рабочий день, что ли, сегодня? А зачем, говорит, работать? Жизнь и так прекрасна. Диплом вручается Шевченко Павлу Александровичу. Это по старшинству, кто постарше, тот те первые получают, да? Сначала дедушки, потом... Тут на это, наверное, не очень составление папочки. Диплом высшего образования вручается Филиппову Андрею Петровичу. Сколько учился? 9 лет. У нас рекорд 15, так что еще... Диплом высшего образования вручается... Борисову Никите Александровичу. О, Никита! Диплом высшего образования, какие значки-то тяжелые, прям перевешивают. Рассыхай Иван Алексеевич. Через горы к победе. Сейчас подойдет. Логинов сейчас обещал. Вы пока нам анекдот расскажите, сейчас подойдет. Анекдот я расскажу какой-нибудь. Я про информатика в анекдоте не знаю, потому что это такая еще относительно недавняя... Уже все? Ну, подержи.